Давай, пухлёш! Давай, пухлёшечка! Напрягись, нам нужно дойти до голой женщины, вот. Мое почтение, друзья, меня зовут Влад Шрейдер, и добро пожаловать в Happy Wheels! Давайте вернемся в то самое место, где можно расхромсать себе пузо или своему ребенку, кому угодно, оторвать голову и дойти при этом до конца и остаться победителем. Это же просто чудесно! Какие у нас нынче супер клевые уровни? Стеклянный левел, это по мне. Так, выбрать персонажа. Предлагаю взять Деда Мороза, у которого очень грустные два эльфа вместо оленей. Окей, дед, поехали. Так, я забыл, как... Ага. Давайте, ребят, семеним. Опа, это стекло. Ему, это первому типу будет очень неприятно. Давай, тащи его. А, мы застряли. Чё за фигня? Мне бракованных оленей подсунули. Ничего не могут. Где рога? Колупаю эту глупую дверь. Еще разок. Добро пожаловать в офигенный глаз уровень. Давай. И с одной ногой можно прожить, дружище. Окей, вези, вези нас, вези. Как бы это ужасно не было, он проколол прямо из писюна его на голову и насадил его себе на офигенский стеклянный столб. А, так мои сани едут без проблем, без оленей. О-хо-хо! Мы прошли. Главное чувство баланса. Главное про него не забывать. Это было очень легко. Поэтому столько рейтинга, да? Это здорово. Добро пожаловать в твой new level. Как классно, чувак, что ты его сделал. Кактус выглядит не очень дружелюбно. И... Поднажми! Я, по-моему, по-каному задел. Это же не страшно, главное... А, так они вообще безобидны. Кактус и мутанты здесь. Впереди ужасный верблюд. Опа! Держи меня. Держи меня, дружище! Привет. Как твои дела? Надо перепрыгивать. Хорошо, я так и сделаю. Там твой дружище. Какие-то вы все каменные, неживые. Так, под хвост ему заглянули, ничего интересного там не было. Короче, я подумал, нафиг мне прыгать, если я могу... Если я могу змейкой все сделать. Так, а здесь уже змейкой ничего не сделаешь. Давай! Хорош! Не зря мне мама в акробатику отдавала, когда мне было 5 лет. Пускай даже в парну, но это не беда, все равно мне пригодилось. Есть, 130 секунд, это было чудесно. По-моему, это на пятерочку. А как насчет Naked Glitch? Всегда так ответственно выбирать персонажа, потому что, скорее всего, придет капец. Почему мне никто не сказал, что здесь, кроме папки и сынка, есть еще мамка с двумя детьми? Погнали. Готово? Я буду голая через 5 секунд. Ой. Ребенку не понравилось, она просто уехала. А чё за... Чё за... Извините. А можно мне починить велосипед и вернуть моего ребенка, который просто убежал? Ну давай же! Перевернись, сынуля, держу тебя, сынуля! Все будет хорошо. Не обращай внимания на асфальт. Мама у тебя тоже в акробатику ходила. Хорошо, давай еще раз. Так здесь рабочая сила не мать. Здесь рабочая сила — это ребенок, который сзади. Он просто уехал. Но сейчас все будет в порядке, так. Что происходит? Почему? Что за неведомая сила ломает меня? Подожди. Господи боже! Закройте глаза, дети, закройте глаза! Я поливаю кровище из своего горла этого маленького ребенка. А маленькая девочка пытается спастись. Но не знаю, безуспешно. Может быть, другого персонажа выбрать? Он какой-то бешеный. Во! А ты хорош. Но это зарядка. Отличная березка была. Давай, пухлёш! Давай, пухлёшечка! Напрягись, нам нужно дойти до голой женщины. Вот, перекатом, перекатом, но не в ту сторону, не в ту сторону. Давай, но не в ту! Что я должен сделать? Это называется голый глюк. Ясно, с вами будут проблемы. Хорошо, давайте поэкспериментируем толстушечку. Небрежно закинула ножку. Давай! Давай, много продуктов набрала! Это все не из-за моего веса. Шевелись, глупая машинка. Вот на переднем колесе так балансируя по этим. Не зря я училась на крановщика. А, во, вот так получается. Здорово! Еще одного персонажа. Вертолет не получилось. Вот, наверняка черный.
Привет. Давай попробуем еще раз. Я нежно подползу к тебе. Нежно! Я сказал нежно! Пук! А че, а че у нас? Я понял. Я не сразу, но понял. Это супер, это 5. Это супер. 3D челлендж. Это для меня. Точка стоит, мы ее перелезем. Сынуля, держись. Держись, сынуля. Не страшно, сынуля. Все нормально. Какая же бешеная хренотень. Слоу. Окей. Слоу так слоу. И медленно. Неважно, сын. Я напишу о тебе книгу. Давай, ну блин, ну ладно, велосипед доехал, будем считать, что все в порядке. Отлично. Даже с нули доехали. Сын, ты как? Нормально, путь, нормально. Не двигайся. Окей. Хорошо, левел не двигайся. Левел, не двигайся! Знаете, чтобы сделать такой левел, нужно очень много энергии и терпения. Хочу еще раз. Как идеально все сбалансировано. Скорость, полет. Это экспрессия. Видели, сколько было напряжения в том моменте, когда он чуть не задел шипы? А сам это в конце. Виктори. Спасибо. Ну что, ребят. Я пришел вам. Я долго тренировался. Без крови и кровопролития. Почти. Осталось только убить нуба. Держи подачу! У меня остался последний меч. Что с ним делать? А кстати, как взять последний меч? Вин. И чтобы выиграть, нужно убить Рафаэля. Рафаэль. Держи подачу! Разве так трудно? Разве так трудно взять меч? И швырнуть его в человека. Есть! Вскрыл ему пузо! Не двигайся, гарпун! Это просто чудесно! Это лучшее кино! Давай, дружище. Мы его задело. Бойцовская арена. Файт! Сдохни! Сдохни, ты и так уже мертвый! Так, левел от третьих левел. О, блин, а что у меня детьми-то кидаются? Сынуля, не смотри, с тобой такого не будет. Нечего тут с топорами стоять. Нечего. И с мечами тоже. Эх, батя, нехорошо. Ну, а меч-то такое, железо в крови, это полезно. Полезно. Прекрасно. Сынуля, подожмем. Минус дед. Минус мужик. Идем дальше. Питающие дети. Питающие дети. Чё, блин, как можно было мне сломать руку ребенком? Это же просто ребенок. Вот этот меч меня больше всего напрягал. А, нет. Сай! Сиди и думай своим поведением. Маг? Маг? Я справился. Сдохни! Сдохни! Да он даже на мага не похож, а почтальон какой-то обычный. Что? Низ? Ну, неплохо. Вот примерно вот так должна выглядеть человеческая многоножка. Я тебя знаю, я тебя прочитал. Человек-велосипед-убийца. Вот это очень стрёмно. Да как? Ты, ну чё за... Ты, блин! Что, мне нос проткнул, и я умер? Я и так терял и голову, и руки, и ноги, но если мне проткнули нос, то ты умер. Если тебе проткнули нос, то ты сдох. Знакомьтесь, мир Happy Wheels. Ну что, ребят, думаю, на этом мы приостановимся. Спасибо, что были со мной. Я пытался проходить левелы до конца. Вы сами все видели, но иногда бывает 99,99% impossible. Ну, правда, вы сами все видели. Спасибо, ребят, что были со мной. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании. И до скорого!